На две порции возьмите 160 граммов говяжьего фарша, немного шпика, молоко, столовую ложку, соль и перец, а также растительное масло. В качестве гарнира макароны со сливочным маслом. Мелко нарезаем шпик, соединяем его с фаршем, добавив соль и перец, а также молоко. После того, как все ингредиенты соединили, эту массу необходимо вот таким образом отбить. Это делается для того, чтобы в процессе приготовления они у нас не растрескались. Разогреваем растительное масло, чтобы мясо не прилипало к разделочной доске, слегка смочим ее водой. Вот и появилась румяная корочка, но мясо еще недостаточно сочное. Выкладываем бифштексы на противень, накрываем фольгой и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 10 минут. За это время мы успеем сделать гарнир, отварим макароны и пожарим глазунью. Ну, чтобы глазунья у нас получилась красивая, я, конечно, буду использовать специальное формовочное кольцо. Можно без него жарить, но в этом оно будет более компактно, более удобно. Солью посыпают только яичный белок. На желток соль не должна попадать, иначе на желтке образуются белые некрасивые пятнышки. А вот желточек можно довести до вкуса, посыпать перец.